Сегодня мэр провел последнее в этом году совещание. Чиновники подвели предпраздничные итоги. Все программы, которые закладывались на 2012 год, успешно реализованы. Деньги, выделенные городу, освоили полностью. Это значит, что в следующем году государственное финансирование не сократится. По году могу сказать, что в принципе год прошел, хоть и високосный, довольно успешно. В всяком случае, мы нигде не провалились. Глава администрации выразил надежду, что в 2013-м результаты будут не хуже. Кстати, начать его обещают без снежных коллапсов. Спецавтобаза уверила собравшихся, что подготовилась к любым погодным сюрпризам. В преддверии праздничных мероприятий мы договоренности имеем с подрядчиками. В случае обильного снегопада